Самый голодный город России – это про Саратов. По крайней мере, такого мнения эксперты сервиса Delivery Club. Они занимаются доставкой еды и решили определить самых сытых и голодных россиян. Для этого вычислили минимальную стоимость обеда с доставкой. Причем не менее 3 блюд. Почти как в том фильме. Первое, второе и салат. Оказалось, что дешевле всего можно пообедать в Перми. На рубль дороже стоит обед в северной столице России, Санкт-Петербурге. Как ни странно, но в этот список попала и Москва. Там, оказывается, можно купить борщ, пюре с котлеты и салат оливье всего за 175 рублей. И это с доставкой. Потом эксперты подсчитали так называемый индекс ланча. Для этого средний месячный доход на человека разделили на минимальную стоимость комплексного обеда в этом регионе. В лидерах – москвичи. Они могут купить себе 338 обедов. А вот самыми голодными оказались саратовцы. Мы можем позволить себе только 43 обеда в месяц. Таким образом, на одну зарплату семья из 2 человек уже не прокормится, делают выводы эксперты.